В преддверии профессионального праздника работников сферы цифровизации и информационных технологий в городе Кунаев наградили ряд специалистов. Среди награжденных были не только государственные служащие, но и представители казахстанских компаний, внесших вклад в развитие цифровизации в стране. Все подробности в следующем сюжете. В Алматинской области работают 246 IT-компаний, которые способствуют росту показателей в направлении информирования и связи. Вместе с тем в городе Кунаев был открыт единый контакт-центр 109, который осуществляет координацию экстренных служб. Способствует развитию технологической инфраструктуры и платформа Алатау Хаб, на базе которой любой из желающих может встретиться с наставниками из IT-отрасли, стартаперами, а также инвесторами. В своей речи перед участниками встречи руководитель аппарата АКИМ Алматинской области также отметил, что в регионе реализуются программы по подготовке кадров и получению образования по направлению цифровизации. Управление цифровых технологий второй год подряд проводит конкурс по IT-проектам среди учащихся. Впервые в этом году выпускники школ области получили ректорский грант университета имени Сулеймана Демиреля. Эти гранты направлены на подготовку квалифицированных специалистов, работающих в сфере цифровизации. В ходе торжественного собрания в честь Дня работников сферы цифровизации и информационных технологий ряд присутствующих удостоились грамот и благодарственных писем от имени акима Алматинской области, а также руководителя управления. Отличившимся 6 специалистам руководитель аппарата акима области вручил почетные грамоты главы региона. Еще 8 человек награждены благодарственными письмами. Сегодня мы отмечаем День работников цифровизации и информационных технологий. В честь праздника меня наградили почетной грамотой акима области. Я очень рада. В этой сфере я работаю уже свыше 10 лет. Всех своих коллег, всех причастных к этому празднику я поздравляю с этим праздником. Желаю плодотворной работы, здоровья, карьерного роста. Именно в этой сфере стаж работы 17 лет уже. Начинал инженером инфраструктуры, потом работал в оптимизации планирования сети. Сейчас вот работаю в энергетике. Я получил благодарственное письмо таким области. Вот в связи с этим поздравляю всех коллег с этим праздником. Желаю всем успехов, продвижения и процветания. Всего в ходе мероприятия были награждены более 40 человек. Среди них представители телекоммуникационных компаний, мобильных операторов, IT-компаний, госслужащие, а также работники службы 109. Айслу Жандосова, Бекжан Кенжебай, телеканал «Жетасу», Кунаев.